Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил многодетных мам с наступающим Международным женским днем. В канун праздника глава региона провел рабочую встречу, на которой отметил многодетные семьи из Кузоватовского, Базарно-Сызганского районов, а также Дмитровграда благодарственными письмами. Хотел бы вас всех искренне поблагодарить за возможность сегодня с вами здесь увидеться, тем более, что буквально несколько минут осталось до нашего праздничного мероприятия. Надеюсь, что наши замечательные артисты хорошо подготовились создать для вас праздничное настроение. Крепкие и дружные семейные кланы, такие как, например, семья Аксаковых, всегда прославляли не только малую родину, но и всю Россию. Сегодня многодетная мама – это не только домохозяйка, но и активный общественник и бизнесмен. Принимали участие в конкурсе «Бизнес-мама», всей семьей мы принимали участие. Вот, как-то себя активно проявляем в общественной деятельности своего района. Ну, вот такие вот мы. Современным мамам не хватает времени не только на общественную работу и бизнес. Муж и дети дома не должны чувствовать себя брошенными. И они не чувствуют. Погоду в доме делают мамы. В доме мир и веселье. У нас тишины не бывает. У нас всегда шумно, у нас всегда весело. Все вместе. Даже у нас друзья все завидуют, к нам каждый раз приходят. И у сына друзья, и подруги все у нас бывают. И у нас все, как друг скажет, у них все и вкусно кормит, у них все хорошо. Сергей Морозов обсудил с семьями вопросы, озвученные президентом Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Это поддержка семей с детьми, развитие социального контракта в регионе.